Я так тоже делал однажды, там, когда не удалось там что-то поделить микрофон, ты стоишь с диктофоном и записываешь звук. Воздух в кадре должен быть там, куда обращен ее взгляд и ее внимание. Поймите, какая фишка в нем является интереснее всего. Какой-то запоминающийся факт, какую-нибудь цифру вы узнали, и обязательно расскажите о ней, присутствуя в кадре. Микрофон держим вот в таком расстоянии. Рука согнута в локте, да, мы стоим ровно, красиво, и микрофоном не шевелим, чтобы звук качественно ровно записался. Первые дикторы у нас, не было вообще телесуфлеров, первые дикторы на телевидении заучивали наизусть новостейные тексты, и вот эти огромные объемы информации выдавали вот наизусть, представляете? Всем привет! С вами «Молодежные новости». Виктория Кормова и Дарья Кременицкая. И мы расскажем вам о праздниках апреля. 2 апреля отмечают Международный день детской книги. Ребенок попадает в поле зрения экрана, в кадр, и он начинает там мигать, если не совпадает частота кадра. «Смотри, Байкал», книга путешествия Ольги Патрушевой. Настоящими событиями в книжном мире стали новинки «Смотри, Байкал», книга путешествия Ольги Патрушевой. И вот он, топ-3 самых востребованных детских книг. Лидирует любимая многими поколениями читателей и сказка «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Молодцы, спасибо! Ура! Смотрите, пилот в нашем языке означает пробный выпуск программы. Дорогие мои друзья, мы ждем вас в гости. Приглашайте нас в гости, ничего не бойтесь. Будьте дерзкими, уверенными в себе, и все обязательно получится. Договорились? Да. Ну все, класс. А где это будет показано? На Тольятти 24? Тольятти в деталях. Молодежные новости.